у него под глазами. Живой. Да. Здрасте. Здрасте. Да. Да. Как самочувствие? Да. Прекрасно. Что у него за привычка вот так? Да. 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 Вот так вот делать. Мое меню. Кефир, вода. Ой. О, пришел. Нет. Обормот мой. О. Лысый. Кто, я? Вы моя семья. А ты как своих фэнов называешь? Я? Да. По-разному. Это что такое? Вы моя семья. А что, еще правильно? С Наташей нормально все. Наталья нашла себе нового этого другана. Да, Кирилл зовут. У меня вопросов вообще нет никаких. Я молчу просто. А что с Наташей? Кирюха звонил. Кирюха спит. На чердаке нормально. Кирюха спит. Кирюха спит, он отдыхает. Привет, Сергей. Дай советы по поиску жены для совместной счастливой жизни. Отношения — сложная тема, я ж сколько раз уже говорил. Должны быть общие интересы, просто общие интересы. Тогда да, поездки, не знаю, спорт, путешествия там, я, ну не знаю, ну у каждого свое там. Так, конечно. Алкоголь. Уля. Да. Театр Петросян. Да ты создак, все такие срэнк или трунк? Трунк. Спасибо за 200. Какой театр чувствовать надо? Это просто. Что там тапает? Куда мне звонить? Кому мне звонить? Да. Что с котом? А с мама приедет. Вика якобы к тебе приезжала. Наталья Викторовна скинула ей адрес и типа, а я сплю, короче. Я еще после капельницы стук в дверь, слышу так одним ухом. Что-то там такое шумит. Стоит на пороге. Да, очки, конечно, пришла, вообще балдеж. Яйца домашние принесла, воды там, еще что-то. Все в слезах, я в слезах там. Ну, что? Надо, опять нервен, понимаешь? Наталья Викторовна у нас мастер, да. Вот и все. Ну, все. Ну, я кое-как ее там выгнал. Она, приезжай, я говорю, я не приеду никуда вообще. А у него все стримы такие? Сейчас мама приедет. Сейчас. Вот бы мне так стримить, лежа на диване, музыку слушать, вообще балдеж. Мне приготовит там. Мама попусть. Приедет? Да, кило держим. Пацаны, спасибо. А он тут даже не пьет в этом. Да ты я осуждаю! А чё? Ой, ёп. А чё он, а где алкоголь, где виски? Чё он кефир пьет? Алис, поставь «Однажды в Америке» Эннио Морриконе. Не, я давай гимн Украины. Не засыпаю под эту песню. У меня всегда так. Кто-то приехал. Сейчас. Ой, сейчас все начнется. Да, братан, кто? Братан. Кто? Сережка. Ну за какого? Я водичку. Не надо мне ничего. Я водичку принесла. Зачем мне водичка? Его же затрясло. Какой я? А какой я должен быть? Виктория Викторовна пришла. Ничего я не пил. Что я пил? Ну, у тебя глаза залитые уже алкоголем. Не надо мне нервы мотать, ну правда. У тебя дела какие-то? Ну ты же болеешь, у тебя мозг болеет. Алкоголь. Дальше что? Тебя это беспокоит? Болеет. Да. Ну давай, да. Кефир принесла. Ну поставь, я еще выпью. Что ты принесла? А? Я хочу помогать в их соцсетях по твоему желанию. Что? Могу отправить резюме, все как надо. Хочу развиваться в этой категории, не только Дискорд меньше, чем Астрон, 3. Астрон, да слушай, мне пока не то, чтобы это как-то надо. Спасибо, конечно, за предложение, я подумаю, но... Так мы это смотрели. Мы не все смотрели, здесь только пару моментов будет из тех, которые мы видели. Спасибо, Астрон, за $2. Видео длится 22 минуты, мы смотрели 2 минуты. Спасибо, у меня есть еще. И тряпки принесла, чем мыть одноразово. Хорошо, все, положи и это, уматывай. Не надо мне ничего. Я-то работаю, я бабки. Она как мама, реально, которая дает постоянно. Ты сидишь, играешь в контру, вся в комнате, а мать заходит, начинает. А что ты это не убрал? А что ты уроки сделал? Иди посуду помой. Зарабатывай. Иди вот это поешь. Да не надо мне ничего. Не, я не хочу ничего.
Я уже сказал, я говорю, я ничему уже не удивляюсь. Я просто молчу. А, вчера же у сына день рождения было. Так, это тоже день. Да, но меня, к сожалению, никто никуда не пригласил. А зачем тебя приглашать, если ты пьяный? Я тоже не пригласила вас. Не, ну я просто приехал на 15 минут, цветы подарил, конфеты и подарки. Где его другая жена? Да я не знаю, я не знаю, я что, его смотрю, что ли, стримы? Там, я не знаю, тут все как-то очень обрывисто, непонятно. Каждое видео, все по-другому уже. То он с ней расстался, то не расстался, я хз. Я хз вообще, я не знаю, что, где она. И все, уехал бы, все. Зачем тебя видеть, чтоб дети видели, это позор. Ну, пускай не видит, пускай не видит, ладно, хорошо, пускай не видит, ладно. Это вот ты... Ты что, я в кустах, что ли, валяюсь? Так, все. Серег, ты что? Вот ты мне сейчас пришла опять мозги делать, что ли? Я не понял. Дыхни. На, дыхни. Фу, ужас, что ты пил? Чай. Куда мне... На завод давай, да? Да, на завод. Куда, на какой? Мусор убирать, людям помогать, а не сидеть тут жопу. Вот сейчас вообще жопа будет, этими, реально. Тупыми, твоими подписчиками. Сейчас меня понесет. Сейчас меня понесет. Которые тоже сидят. Не оскорбляй. Вместо того, чтобы на войну идти воевать, они по 100 рублей к тебе кидают. Не оскорбляй. Да. Не оскорбляй. Нормальные люди воевать идут, а не как свиньи. Вот вообще... Вот это, конечно, цитата просто. Нормальные люди воевать идут. Ну, вы поняли. Я уже навоевался. Ой, да. Контузия. Я уже навоевался. А вы думали, она с кефиром в руках прям с фронта и приехала к Сергею Симонову? Где ты навоевался? Где ты был? Иди тебе показать. Что тебе показать? Ты уже врал. Мундир, ты уже показать. Врал. Я, кстати, мундир. Ты, что ты в Афгане был, в этом в каком Афгане, Афгане я был? Да, хорошо, Чечня. Ну, дальше что? В Чечне ты был, ты не воевал в Чечне, а парня забирал одного. Ты только врешь. Дальше. Что значит, парня забирал одного? Как он его забирал? Как? Приехал в Чечню, забрал, уехал? Или прям вот тогда, когда были активные... военные действия. Как? Что ты на... Как ты пришла? А тебе правду сказать, кто ты есть на самом деле? А ты иллюзии свои строишь. Какой ты герой? Какой ты герой? Ты гнилой папаша. Скотина, блядь. Еще и музыка на фоне играет такая прям подходящая. Где нахуй, блядь? Это где звук был? Это у меня или, блядь, у Симонова? Подожди. Что за бип? А, это там. Иди посмотри. Иди посмотри. Я герой. Иди посмотри! Сюда подойди! Иди посмотри! Дальше что? Меня награждают каждый раз. Это конфетки? Это конфетки. Конфетки, да? Да, это юбилей. 75 лет? Подожди, я не понял. Во Второй мировой, что ли, был или что? Ему сколько лет? Что это такое вообще? Что это за медали? Я просто в них не разбираюсь. 110? Нет, тут 75. Длинные медали. Да, это конфетки, ребятки, блядь. Да, это конфетки. Вот расскажи о каждой медали. Ты даже не помнишь, за что тебе дали. 10 лет, 12. За все мне дали. За что дали? Он как Адам Кадыров. Просто так раздавали медали, походу. Ну, просто так, потому что он Сергей Симонов. Бля, и выгонять нахуй надо. Выпил, выпил. И не ходишь, как дед старый. Ноги заваливаются. Не, надо выгонять, пацаны. Бля, в натуре надо выгонять. А нахуй ты вообще ее запустил? Минута терпения, 10 лет комфорта. Надо. Ебать. Минута терпения, 10 лет комфорта. Что? Выгонять. Но в итоге, получается, 10 лет терпения... Минута комфорта. Я просто, ну, мне и так, блядь, хуй, блядь. И это еще, блядь, тварюга, блядь. Все бабы меня любят. У тебя 2 минуты на выход. 2 минуты тебе на выход. Хорошо. Давай, все, вали. Я что-то больше.
Минута на выход, блядь. Не надо мне ничего делать. Ну, что вот мне делать, пацаны? Вот я не знаю, с какого хера, бля. Я родине долг отдал, если чтоб ты понимала. Честно, пацаны, я это просто, да? Блядь, оттоптал. А что за долг? Блядь, оттоптал, блядь. В кирзовых, сука, сапогах, блядь, сраных, блядь. Я родине долг отдал. Дальше что? Да. А сейчас ты родину гнобишь. За Россию. Ребята выросли на моем имени. Ты чё? Они выросли, когда ты был трезвый и дрался за трезвость. Пьянство — бой, трезвая Россия. И Симонов чемпион. Что, блядь, вообще они обсуждают, я в ахуе. Ты посмотри, что у меня с ногой. Вот просто, чтобы ты понимал. Ой, бля, какой долг он отдал, блядь. Кто на нем вырос? Ты же знаешь, я к тебе нормально отношусь. На мне тоже выросли многие, чё, с 12 лет. И что, я, получается, долг родине отдал какой-то? Ну зачем ты со мной так вот по-хамски разговариваешь? Червяк! Мама пришла покормить сыночка. Нормально думала, что ты вызовешь врача? Я вызвал уже, был. Со мной пацан сидел. Я на футбол ставлю. Сон, ты такая мразидла мерзкая. Ебани, мочить тебе терять нечего. Господи, что у него за донаты? Я в шоке. Водкой своей гнилой. И мозг я водку тебя... не пью. А что ты пьешь? Виски. Хороший. Макалан. Да. Макалан, бля. Макалан. Или Макалан. Я просто не в курсе. Я не эксперт в этом. Например. Да, за 275 рублей. Макарон, бля. Чекушка вчера валялась. Пусть будет проклято. Это бухло твое. Навеки, вечные. Да что ты, сука? Что это за хуйня? Что ты, блядь, поднял-то башку? Проклято. И все. Что впитывает, блядь? Это бухло. И остальные, которые твои подписчики гнилые. Мьюнинг, блядь. Не оскорбляй. А я их не оскорбляю. Давай, вали. Мать никогда не предаст. В отличие от некоторых. Кто это сказал? Сереженька. Это я сказал. А кто меня предал? После 25 лет. Мать никогда не предаст. Кто любит, тот никогда не предаст. И не будет ложиться под всяких гнилых людей, которые совесть не имеют. И ты думаешь, ты деньги зарабатываешь? А они как пришли, так ушли. Ай, я в ахуе. Меркозик, спасибо. А дети не получат ничего, потому что только это стыдобище. Ну как ребенок будет сидеть, а рядом отец воняет дерьмом, а не французскими духами? Ой, блядь. Сука, что, блядь? Да-да. Ну дерьмом ты воняешь, Сережа. И супруги помогают. Ля впитывает, я в ахуе. Причем прямо на стриме еще и себя снимает. И показывает это. Помогает. И молчит. Друг друга развиваться. Серега, ну ты чё? А ты, получается, загнивал. И Наталья чуть... Прокомментируй как-то. Спилась. Вон ролик мне скинули сегодня, какие пьяные вы валялись там. Ну, Сережа, ну почему ты каждый день пьешь? Каждый день. Ты объясни мне, у тебя потребность такая? У меня стрессовое состояние. Какой стресс? У тебя всю жизнь стрессовая. Знаешь, как со стрессом борются? Как? В спортзал идут. Да. И ванную со льдом принимают. Ого. У Павла Дурова стресс получается, что ли? Ха, чисто сейчас пересказала то, чем занимается Паша Дуров, блядь. Мы видели видео, где он в зал ходит, и видели, как он в ванну со льдом погружается. Получается, стресс. Я пробовал, заболел потом. Бля, жиза ебаная, реально. Я тоже начитался этих советов, блядь. Что-то контрастный душ, это заебись. Прохладненький душ по утрам, вообще кайф. Ну, блядь, я и попробовал несколько дней подряд. Что-то пытался, у меня там как ухо, блядь, заболело. Вот так я и перестал это делать. Вырос. Потихоньку надо. Да я не то, чтобы, блядь, холодный душ-то принимал. Я так, еле прохладный, чуть-чуть. И то, скажем так, то там горячий, то чуть-чуть прохладный. Ну, и у меня и ухо заболело в итоге. И я такой думаю, ну, нахуй, это говно. Что-то не особо-то оно и на пользу идет. Ну ты же все убрал, я ничего не делал. Я что убрала? Я сверху убрала, там тараканы ползают. Там пол насрал, непонятно как, и все воняет. Ну иди убери, бля, ёпта. Чё, блядь? Блядь, что происходит, блядь? Что это за пиздец? Она там это говно жрать начала или чё? Непонятно как, и все воняет. Ну иди убери, бля, ёпта. Ну иди убери, бля, ёпта, как в зеленом слонике.
футболян. Ну, писает он. А ты как хочешь, блядь. Это живот. Сука, что, блядь. Он в туалет ходит вообще-то. Да, Сима? Блядь, он еще отвечает. Ну да, я, ебать. Ну да, я насрал. Ну так и надо, блядь. Пусть сидит там, задыхается. Приехал, в порядке, но... Ебать, там у холодильника медали тоже, блядь. Холодильник, походу, тоже воевал. Да заебало ты уже рыгать. Ля, сука, там. Медали, блядь, этих штук больше, чем у самого Симонова. Просто живого места не осталось. Пустого места, точнее. Блядь, порядки на войне. Нахуй нам надо, блядь. Так, пацаны, кто там на районе сигареты принесите, пожалуйста. Блядь, хотя бы пачку я просто... А что, так можно, что ли? Он буквально у зрителей просит, чтобы... кто-то там приехал к нему домой, принес пачку сигарет. Это магнит. Да я в курсе, блядь, долбоёбы, это шутка. Ёб твою мать, блядь. Пойду. Кэмэл с красной кнопкой. Кэмэл, ёб. Чё ты там ноешь-то? Вова плачет. Ну, плачет, да. Господи. Ты оправдание себе ищешь. Но алкоголь, он ещё усиливает депрессию. Ещё больше. На кнопочку нажми. Здравствуйте. Нажми на кнопку, получишь результат. Включи. Какое говно-то. Какое говно? Да потому что все допотопное. Какой? Новый пылесос я только купил, блин. Как можно жить в таком сраче? В каком сраче? Вот, пацаны, вот в натуре, вот мой срач. Вот я сижу на кефире, блядь. Какой у меня срач? Что у меня? Ну в розетку воткни, вон там розетка. Вот она, прямо по курсу внизу. Я пришла мозг ебать, это вообще, то есть, ну... Вот делать нехуй, а. Томас Шелби пылесосит у Симонова. Да, че у него под глазом? Он кефиром, что ли, намазал? Я не понимаю. Да мне пачку себе не одну, я и только не докурил, просто две. Нет, Сергей, это туберкулезник. Ну ты никуда не ходишь, да? Он туберкулезник? Я просто прогуляюсь. Мама. Пойдем лучше прогуляемся. Нет. Да, блядь, ходит за ним туда-сюда. Все, выпущу, все. Не квартира, а бомжатник. Да. Правильно, что мама убила детей с этого мусора. Я его хочу поздравить просто с днем рождения. У него завтра 5 лет. Ну, меня никуда, конечно, не пригласили, хотя там был бы. Сынуль, я тебя люблю очень сильно. Сынульчик моя, да, родная кровинка. Бля. Сколько вам? Хорошо, я говорю, я уже ни с чем не спорю, все окей. Я не понимаю, у этой Наташи, его жена уже нынешняя, она его выгнала? Или что, блядь, я не понимаю. Что случилось? Я со своей депрессией не спилась, не скурилась, не сбледовалась, не валяюсь где-то там в наркоманском алкогольном... У нее депрессия? Там у всех депрессия, что ли, я не понимаю. В угаре. Угу. Ушла? Работаю, спортом куда? Занимаюсь и учусь. А сейчас в Питере была. Ну, я в Питере тоже был. Ну, ты-то был, ты там, наверное, половина... А ярышник, пизда, айфон. Дональд Трамп, хуйня, гандон. Хуй, моча, говно и сидр. Рваный пес, горбатый пиво. Осуждаю, иди нахуй, блядь. Мать твоя горбатая, блядь, хуета ебаная, сука. Осуждаю, блядь. И ты тоже иди нахуй, бибикай там за окном. А я напоминаю, кстати, что теперь мне можно снова донатить. Как и раньше. Ссылка на донат в чате. Я создал свой Donation Alerts. А вы думали, что... Да, вот так-то. Да, вот так-то, бля. Свою донатилку открыл тупо, реально. Ты создал? Да, я. Да, ну, не прям я, естественно. Ну, у меня есть люди, которые, бля, работают нормально. Да, да, да. Да, моя еще. Не ты, а Кирилл. Кирилл помогает, он разработчик. Вот. Не надо ее на него все сваливать. Это я владею этой штукой, все. Все претензии ко мне. Я не помню, что ты делал там. Как это? Я на концерт. Поэтому буду благодарен за донаты. Выступал.
Нам VPN нужен. А, так VPN, кстати, это уже работает. Кстати, уже работает, все. Да пошел он нахуй! Ты пьяный там ходил? Ну какой был? А где купить? А, ну я могу, скажем так, это ссылочку выложить бесплатно. Нет, конечно, вы что, с ума сошли? Сейчас, блядь, бесплатно вам VPN делать. Я похож на благотворительный фонд? Нет. Так, а где он? А я сейчас. Так что, если у вас там YouTube замедляется и так далее, то, пожалуйста, можете пользоваться. Он недорогой. Вот. Работает крайне просто. Это все через Telegram. Но да, надо будет вам установить приложение. Outline называется. Но там вы разберетесь сейчас. Сейчас. Так, подключиться. Ага, ну, вроде все есть. Так, попробовать бесплатно можно, кстати, тоже. Если что. Пробная подписка там имеется. Вот, давайте проведем так называемый стресс-тест. Так-то я хуй знает, как он будет работать, если сейчас люди пойдут. Вот. Так, ссылочку я скину, пожалуй, в свой секретный ТГ. Скину секретную ссылку в свой секретный ТГ. Ссылка на секретный ТГ в чате. Вот. Все, я скинул, соответственно. Можете пробовать пользоваться. Вот, пожалуйста. Пожалуйста. Сейчас положу твой VPN. Вы думаете, что вы прямо сейчас все пойдете VPN подключать? Ой, ну не знаю, ну не знаю. Ой, ну не знаю. Ой, блядь, ссылку случайно в чат скинул. Ой-ой-ой-ой-ой, блядь. Ой, блядь. Ну, пиздец. Ну ничего, работает вроде пока. Бот не загружает. В смысле, нормально вроде. Вот, у меня все нормально работает. Не работает. Да что ты пиздишь-то, блядь? Вот я нажимаю, все, заебись. Пиздобол. Не работает у него. В смысле, не работает, все работает. Алло! Не робит. Мать твоя, не робит, блядь. У меня все работает. Почему у тебя-то не работает? Работает, ну. Чат хочет наебать, понятно. Все работает, не пиздите. Короче, пробуйте. Там есть бесплатный доступ на час. Нет. Вот, можете зайти, протестить, посмотреть, как оно там будет. Если понравится, ну, буду благодарен, если приобретете. Там можно на месяц, на 3 месяца, на полгода, на год. Стоит дешево. По сравнению с другими VPN-ами, уж поверьте. Все, идем дальше. Блять. Да пошло все нахуй. Ладно. Спасибо, аноним за 200. Спасибо. Тебе не стыдно? За что? Ну, видишь, значит, ты больной шизофренией. Мне за что мне надо стыдно быть-то? Я что-то не понял. Было. А сейчас уже мозговые изменения произошли. Понятно. Сейчас уже слабоумие, деменция алкогольная. Угу. Мат, перемат, сожитель. Ебать. Буквально за 2 минуты уже 890 пользователей. 379 пользователей с пробной подпиской. Я в ахуе, вы что налетели, блядь? Мат-перемат. Как тут без мата-перемата, блин? Поосторожнее, нет. Вы сейчас это, ну... Куда, блядь? Турцию добавишь? А надо? Ну, я добавлю, если прям так надо. А вы добавили оплату VPN в крипте? Ну, конечно, ну, ты зайди, посмотри, там же есть все. Там же все есть. Нажми купить или как там. И ты увидишь способы оплаты. И там разные способы. А Казахстан добавишь? Так, блядь. Я не понимаю, а зачем? Ну, можно... Просто для чего тебе Казахстан, если там есть Европа, если там есть
Франция, например. США. Чё ты в Казахстане-то забыл? Бля, а Татарстан? Да вы чё, ёбнулись, что ли? Чё вы вообще меня предлагаете? А РФ добавишь? Так вообще-то есть, кстати. Вообще-то есть. Реально. Ну чё, тестируете? Чё, как в итоге-то? Работает чи нет? Чи да, чи нет? Работает? Все нормально? Вы отзывы оставляйте, если что. Предложку мне пишите. Вот. Тут-то понятно, вы сейчас хуйню будете нести. Хуйня, хуйня. Но как бы реально, я просто спрашиваю, ну, чтобы знать, что и как. И если что, что-то исправить, что-то исправить. Вот. Украину добавишь? Посмотрим. Вы, главное, пользуйтесь, а там мы уже будем дальше двигаться. Сейчас посмотрим, как много людей зайдет. Как много людей купят. И исходя из этого, будем думать. Не купят, значит, не будем. Все. Чё, блядь, надо-то? Палестину добавишь? Маму я твою добавлю в VPN свой. Ей будет пользоваться. Нормально, чи нет? У меня начал лагать стрим Elementos уже. Постоянная ошибка при попытке задонатить хепеп. Хочу Apple Pay в стрим Elementos КСТА. Слушай, а попробуй мой VPN использовать. Тогда лагать не будет. Реально. Астрон, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Женщина с детьми ушла, а я тебе предлагаю нормальное жилье, нормальную квартиру, нормальный уход, нихуя. Лечение. Пьянство, бой. Звучит как что-то прям вообще такое классное. Пьянство, бой, трезвая Россия. Правильно, пьянство, бой. И Симонов чемпион. И я бы не пустила бы, потому что я не позволю, чтобы мой ребенок видел пьяного отца, потому что ему уже 5 лет, он уже память имеет, ты себя вспомни. Ты в 4 года помнил, как ты к дедушке, к бабушке бегал. Ну, не пустили, не пустили. Что я могу сказать? Было и было. Чай заварил, вот нет. Вот смотри, здесь ты какой-то хороший на фотографии. Ну и что? Ну, трезвый, потому что. Посмотри, как дети веселятся. Как Наталья тут хорошая. Ну, почему не быть вот таким? Понятно. Да. А ты тут притон устроил. Как просто притон. То срёшь, то ссышь штаны, то еще что-то. Ну, пифакту же говорит, пифакту, чё? Она, конечно, припизнутая, но ну, тут как бы пифакту говорит. Как это? Че, сал штаны, блядь? Блядь, только не обосрал. Че у меня тут клип какой-то скидываете? Турбо на встрече с Яшиным. Давай дебаты на сцене. Ебани его на дебаты, слышишь? Иди с портфелем вот. А, подожди, СПБ что ли был на встрече с Яшиным? Подожди, скажи, человек вокзальный, можно вопрос задать? И турбиниру, ебать. И турбо. Здесь турбо. Выходи в турбо. Турбо. Мы с вами Жек, мы тут, блядь, больше народу собрали. Ну не больше, ладно, сколько у нас. Че по мне, но он не обновляется нихуя. Что происходит? Турбани Яшин. А где Яшин? Я его не вижу. Откуда-то голос идет, самого Яшина не видно здесь. А это где было? Это в Германии или где вообще это происходит? Ну да, наверное, это в Германии. Где же еще? Так. Я не совсем понимаю, зачем она тратит время на этого Симонова, потому что, ну, как бы, челу сколько лет уже, под полтинник, наверное, да? А она ему все что-то рассказывает, говорит. Ему же похуй абсолютно, он же ее не послушает никогда. Забей го смотреть что-то интересное. Иди нахуй отсюда, блядь, хуесос. Абсолютно интересное. Что еще не надо делать? Кефир надо только пить и воду. Чего, бля, я это и делаю, кстати, пью только кефир и воду, реально. И эти чекушки. И я, кстати, окушка. Повонючее это. А я пиво вообще не люблю, если честно. А, да? Я брюхо какое. У тебя раньше такое брюхо было? Это разве брюхо? Я, кстати, брюхо. У тебя всегда пресс-кубики были, а сейчас что у тебя? Я схуднул. Ну, блин, ну мне 50 лет, ё-моё, блин. Да потому что... А, ему реально полтинник уже. Печень и поджелудочная в отёке. Ну, конечно, алкогольная интоксикация. Надо так, прокапаться. Ладно, давай, иди. Прокапаться? Я не пойму, почему помойка воняет. Да откуда я знаю, блин? Чё, ну я все помыл, блин. У тебя канарейка сдохла, что ли? Да, я убрал ее. Алик, давай, обживайся. Чего, блядь? Обживайся, я тебе завтра подгоню там, короче. Реально, что ли, птичка сдохла? Реально? Реально? А мед? А где, чё? Ну, давай. Thank you.
Ну что, завалится? Да он завалился уже. Ну, пора греха, понимаешь? Я о разводе не ставила печать. А ты поставил. Я поставил, да. Ну, а я не поставила, я замужем. Ну, потому что я думала, что ты опомнишься и бросишь пить, курить и вернешься домой. За кем она замужем? Жизни. Я с одним ехал, без ноги, блин, а? Ну и что, зато он пользу принес обществу. Угу. На всю жизнь. Да. А ты сидишь, жопу протираешь, и куча таких же алкашей. За ним, то есть они еще не развелись официально. Или что, я, блядь, не понимаю. Давай еще чудо говори. Вот ты базаришь, блин, вообще, ну правда. Что, зайка? Да. Ему уши протри еще, если тебе не трудно, он в балочке лежит. Да, Кирюк, ага. Да, Кирюк, ну что? Че ты, блядь... Да даже трубку не взял. Да, алло, чё? Ну чё? Это как если бы я сейчас взял вот этот аппарат для счётчика Гейгера и такой, алло, да. Алло, радиация? Да, я здесь. Ага, хорошо, сегодня вечером, значит. Да, ладно, давай, пока. Сейчас я иду. Все на месте. Что за мужик? Кто там? Я вам сказала, алкоголики. Это кто? Я вам не позволю. Я сейчас всю упаковку выкину. Там кто-то пришел? Ничего. Я сейчас полицию вызову. Я вызову полицию, скажу, что ты дебош. Мало того, что тебя за эти стримы... С бутыльники, что ли, пришли? Матом посадят. Я только-только ему лекарство... Что его? Ничего. Я сейчас полицию вызову. Я вызову полицию, скажу, что ты дебош. Мало того, что тебя за эти стримы с матом посадят. За стримы с матом посадят? О как. Не, ну кстати говоря, по новому закону о трэш-стримах Сергей Симонов же подпадает под эту хуйню, разве нет? Ну у него же реально трэш-стримы порой, ну прям вообще жесткие трэш-стримы. То есть по сути он реально попадает под эту хрень. Под эту категорию, скажем так, трэш-стримов. И все, его могут там, ну не посадить, ну там административку дать. Штраф заплатит полулям или сколько там, не помню. Я только-только ему лекарства дала. Вы понимаете? Или вы тоже, молодой человек, совсем без ума. Я ему лекарства только что дала. А кто пришел? Вик, дверка там. Вы его в гроб загоняете. Он же уже без мозгов. А ты, молодой, ты жив. Вот заебал уже, бля. Бля, это просто, сука, невозможно. Как будто просто какой-то пилой тебе мозг пилит, блядь. Сука. Ну как тут не нажраться, блядь? После этого реально хочется просто взять бутылку водки и залпом выжрать, блядь. С дамами гуляй, по Патрикам, ты понимаешь? Они вот такое вот чухоморище. Так я пойду сейчас с дамами, блядь, курю. Кто это? Никуда ты не можешь курить, ты туберкулезник. Да, мы так работаем. Это наш заработок. Сергей, дальше. Давай мы с тобой дела сделаем. Какие? Наши общие. Сделай. А потом я тебе сама. Серег, не уходи. Дела сделаю. Сейчас я покурю тоже. Сама тебе куплю ящик водки, чтоб ты ужрался. Что за дела? Да, я не знаю, что ты пьешь. Но он лекарство только что выпил. Ну, какие, блин? Ну что, а что вы скажете? Какой? Я тебе дала лексидон и янтарную кислоту. Терпим. Янтарную кислоту. Терпим. Ты слабак, это рядка. Да, понял. Я ублюдок еще не. Кем я? Кто еще? И знаешь, все. Мне противно находиться здесь. Ты не понимаешь? Не так мне кислота. Так съебись. Я ему седло дала, я ему все дала, я ему чай дала. Я все делаю для того, чтобы его вытянуть, а вы его гробите. А ты помнишь, что мы были за... Ну как, не тварь, а? Я не буду с вами воевать, я не противно даже находиться рядом. Ты себе не будешь воевать, ты же сказал, все нормальные люди на войну идут. Блять. Статистика всего пользователей. 1488. Осужденных пользователей с пробной подпиской. 675 пользователей с подпиской. 2 активных ключей. 775. Ну охуеть, 2 человека только подписку купили. Ну вы даете, ребята, бля. Так, читаем. Сейчас я одену, посмотрим. Да-да, я посмеюсь, когда у вас нахуй YouTube заблокирует полностью. Я посмеюсь потом. Это я потом смеяться над вами буду. Прекрасно понимаю беспокойство, но оно, как тебе сказать, мне... Я купил. Спасибо, что купил. Спасибо. А я пиво вообще не люблю, если честно. Тоже магазинное, но это сидр. Ого.
О, блядь. 1,5 килограмма, да. Как там шифровый на час? Нахуй им покупать? Через час должны начаться покупки. Ну да, посмотрим. Надевай там, ёпта, как вообще. А чё там пробовать целый час? Попробовал 5 минут, все, уже увидел, что все заебись. Блядь, ты в баню уже ждёшь, непонятно сколько. Тебя тоже YouTube заблокирует. Ага, сейчас. Завтра. Да вон там, у меня сестра приехала, там 5-10. Все, у меня вчера пиздец, блядь, две трагедии, блядь. Мне мать звонит, а вот пацана, блядь. Ты чё? Вот так, неформат. Чё за мать, какого пацана? Герой, что ли? Нельзя купить, пока не кончилась пробная. Все понял. Расставания тоже, они бывают как бы разные, да, тут надо тоже разделять. Но самое главное, что вот эти вот расставания тоже, это не просто так происходит. Эти расставания, они вас закаливают, они вас делают сильными, и они делают так, чтобы потом, когда вы встретите, например, свою настоящую любовь, там, или, не знаю, там, смысл своей жизни, да, вы уже не будете, может быть, делать тех ошибок, которые вы делали ранее. Ой. Короче, исходя из того, что она тут спи***нула, я так понял, она чисто хочет получить хату. У них, видимо, нажитая там совместным трудом какие-то недвижимости. Вот, и она же сказала, типа, давай решим наши дела, а дальше я тебе сама ящик водки куплю. То есть ей на него вообще по сути. Ей не, видимо, на квартиру. Вот. А боится, что он совсем окончательно сопьется или сдохнет, и тогда она не получит, наверное, АХЗ. Просто как это работает. Вот. И, ну, в данном случае ее трясет как бы из-за этого только. А на него, да ей уже давно, наверное, плевать. Я думаю, она это понимает. Может, поэтому еще и бухает. Вы представьте, 25 лет они были вместе. 25 лет просто... Какой смысл тогда вообще? Не, ну, они, наверное, охуенно время провели за эти 25 лет. Ну, вот так вот просто спустя 25 лет перечеркнуть все то, что было. Это, наверное, сложно, тяжело. Эх. У них детей не было. Ну да. Я знаю. Потому что она вроде типа не могла. Семью хотел. Ну, судя по всему, не особо. Где он хотел семью, если у него эта семья появилась, он только спился из-за этого. И где дети сейчас? Они с ним нет. Его это Натраха, или как ее там зовут, тоже его послала, потому что он бухает. Вот у него появилась семья, и он начал бухать. А этого он хотел? Я в этом сомневаюсь. Если он сдохнет, то вся его половина имущества несовершеннолетним детям достанется от другой женщины. Ха! О как. Так вот, чё она тогда трясётся-то? Ах ты, бабка. Ах ты, с***. У Симонова студия есть, которая на неё записана. Но он ей не отдаёт. Студия имеется в виду квартира? А почему? Как он может ей не отдавать, если она на неё записана? Студия, хата в Черногории, в МСК. Нихуя у них там состояние. Студия там, где картины. А, серьезно? И на кой хер ей эта студия? Я просто не знаю, типа, когда они были вместе, у них все было ок. Когда он не бухал. Она ему так же мозги пилила каждый день. Ну, то есть сейчас она нашла причину, там, вот он бухает. А может, когда они были вместе, и он не бухал, она так же ему пилила мозги, но по другим поводам. Я просто хз, что у них там было. Вне камеры.